Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Телеканал Кыргызспорт ТВ продолжает в прямом эфире освещать матчи Кубка города Бишкек «Восток Премиум». Наконец настало время полуфинальных матчей. В первом полуфинальной встрече встречаются команды «Спортклуб К2» и мини-футбольный клуб «Алай». Напомним, что в полуфинальных матчах играют, вот в первом матче сейчас мы с вами свидетелями станем матча спортклуба К2 и Алая. Ну и во второй полуфинальной встрече после этого матча у нас стартует матч Дастана и Стиликса. Любопытные, конечно, встречи получаются. Дастан, Стиликс и Алай, как вы знаете, эти команды представляют у нас Суперлигу Кыргызстана. Ну и К2 спортклуб, конечно, приятно удивляет своих поклонников. Добрались они до этой стадии, что очень здорово на самом деле. Интересно, конечно, посмотреть на ребят из К2 в матчах против наших сильнейших клубов из Суперлиги. Итак, матч у нас стартовал. Быстренько мы пройдемся по составам играющих команд. В синей экипировке играет спортклуб К2. Ну и, соответственно, Алай играет в своих традиционных оранжево-черных цветах. Карат Кубанычбеков видим в стартовом составе. То есть команда Алай не стали, конечно, недооценивать соперника перед матчем. Я думаю, что сильнейшие ребята, сильнейшие представители команды Алай будут сегодня на площадке. И, конечно, они постараются показать хороший, красивый футбол своим поклонникам. Удар с дальней дистанции. Тем временем Эмиль Адамбаев, он в воротах. Далее Сыймык Чекиров, он запасной игрокер. Эдильбек Ахматалиев под 31 номером в воротах у команды К2 спортклуб. Муса Абиджанов 77-й, Адилет Муратов 14-й, Азамат Абдыразаков 5-й, Кадырбек Шарбеков 18-й, Улухбек Айбеков 7-й, Ахтан Джанбаев 9-й, Марлен Шамратов 23-й, Аллы Капаров 13-й, 25-й, Мананов Хамбар, Урмат Чалмашбеков, он играет под 17-м номером, Турсунулы Эльдос 12-й, Едиль Арзаматов 10-й, Куанышбек Касымалиев 11-й, с 8-й, Улухбек Саламатов, 15-й, Саганов Азим и 15-й, Каракеев, еще один, то есть 24-й, Каракеев Азим. Это состав команды К2, как раз таки они здесь создают момент, один из самых ярких моментов после начала этого матча. Ну и состав, конечно, Алая быстро зачитаю. Третий Мирланбек Абдыкадыров, он же также и капитан. Ильяс Чотпаев 15-й, Нурсултан Абдулдаев 18-й, Азамат Дулиткельдиев 11-й, Рыспекулу Нурбек 4-й, Харят Куланычев 13-й, Азамат Аскеров 5-й, Алайбек Улубекзат 1-й, Азерет Джумышалиев 21-й, 10-й Абдулхусейн Пахани. Вернулся, кстати, иранский легионер перед стартом буферного этапа нашей Суперлиги. Данил Багоков 9-й, Мухаммед Асхарбеков 27-й, Даниэль Абуджалилов 16-й, Талай Маматайров 12-й, Нурумбет Ахматов 8-й. Также парочку легионеров мы с вами наблюдаем в составе. Сильва Суарес, Хосе Маркос, Торрес, Хосе Веллингтон, они играют по 14-м и 7-м номерам. Шухрат Абитов 19-й, Коста Самуэль Рибейра 17-й, Анар Ахат Углы Шакиев, он играет под 6-м номером. Так, команда Алай в атаке. Попытка удара со средней дистанции. Теперь в контратаку могут убегать ребята из К2. Выход 1-1. Ну и Патраков. Ян Патраков выходит вовремя из ворот. Отвел он эту угрозу. Ну и таким действием Патракова, конечно, мы уже привыкли. Большое количество раз он спасал свою команду и спасает. Кубанычев тем временем смещается в центр. Неплохо. Хороший состав собрался у Алая. Особенно из представителей нашего кыргызского футзала. Тот же Кубанычев, Даниил Багоков, Ильяс Чотбаев, Мирланбек Абдыкадыров. Это все ребята, которые имеют достаточное количество опыта, чтобы
здорово себя проявлять и в суперматчах в рамках нашей кыргызской розыгрыша чемпионата Кыргызстана по футзалу этого сезона. Видим, вот появился на площадке игрок-легионер в составе Алая. Кстати, он под 19 номером вышел на площадку, но здесь у нас под 19 номером совсем другой игрок в заявке. Но это не важно. Через некоторое время мы разберемся, кто же играет под 19 номером. Ну и потихонечку мы видим, что легионеры команд вникают в ход дела нашего чемпионата и Кубка города Бишкек. Впереди остаются всего лишь три матча, кроме этого матча. Финальный матч и также матч за третье место. Тем временем еще один удар. Суарес Силва. Вот появились легионеры. Под 19-м и 14-м номером сейчас на площадке бегают легионеры здесь со второго этажа. Кадырбек Шарбеков, один из представителей профессионального большого футбола в составе команды «Спортклуб К2». Как вы знаете, Шарбеков играет большой футбол профессиональный за бишкекскую «Алгу». И вообще в рамках розыгрыша кубка Шарбеков, конечно, очень здорово помог своей команде. С мячом футболист Алая. Попытка такой вот легкой то ли передачи, то ли удара со стороны 14 номера мы с вами увидели. Сильва Суарес, Хосе Маркос. Ну, будем его коротко, наверное, называть. Хосе Маркос. Мирланбек Абдукадыров. Высокий навес. И здесь удар. И не попадает в створ легионера Алая. С наружной стороны сетки он попадает по воротам. Снова Алай забирает мяч. И здесь аут будет в пользу команды спортклуба К2. Неплохо они действуют по ходу всего розыгрыша этого кубка. Хорошее впечатление оставили и в групповом этапе, и далее уже в раунде плей-офф. Ну и, конечно, в этом матче нам бы тоже хотелось, чтобы команды показывали все, что они умеют. Высокий навес, еще один. Патраков ошибается уже на выходе. Кадырбек Шарбеков очень высоко выпрыгнул и чуть было не переправил мяч в ворота. Недовольны здесь действиями друг друга футболисты Алая, высказывают друг другу то ли претензии, то ли подсказки какие-то. Ну и также видим, что Иван Прокопец постоянно на своих двоих, на ногах, подсказывает ребятам. Ну и недавно начал работать, вы знаете, Прокопец, белорусский тренер в Алае, но его работа, наверное, уже видна, потому что в Алае очень хорошая командная игра, и в рамках Суперлиги мы наблюдали во втором, уже третьем матче, ну и также здесь, вот в этом розыгрыше, это Кубка города Бишкек, можно будет проследить здесь момент, еще один, снова бьет по воротам Хосе Маркос, но видно, что уклон делается именно на удары этого человека вот под 14 номером этого футболиста. Видно, что он имеет хороший поставленный удар с обеих ног. До этого он пробивал с правой ноги, как вы видели. Сейчас он пробил уже с левой ноги. И двуногие игроки, они всегда везде ценятся. Момент, удар. Большое количество ударов мы видели. И матч сам по себе довольно открытый. Было ли здесь нарушение против Шарбекова? В подкате стелится Ильяс Чотбаев. Мирланбек Абдукадыров ошибается здесь тем временем. Игрок команды спортклуба К2. И посмотрим. Абдукадыров у мяча. Дает назад. И ошибка. Воспользуется ли это ошибкой К2? Нет. Но зарабатывает для своей команды фол и желтую карточку для соперника. Идиль Арзаматов прорывался к воротам. Очень габаритный игрок с длиннющими ногами. И, конечно, убегать от соперников у него получается неплохо. И вот так вот за счет фола футболист Алая сумели остановить оппонента. Будет ли удар? Да, есть удар. Патраков на месте. Отбивает мяч. Мяч летит на угловой. И сейчас будет еще один стандарт в пользу команды спортклуба К2.
назад отыгрывают ребята СК-2. И уже теперь удар последовал почти с середины площадки. Ну, трудно, конечно, с такой дистанции забить, но если рассчитывать на рикошеты, отскоки, то можно, конечно, и забить с такой дистанции. Неоднократно мы такое тоже видели. Алай с мячом. Четверка местных ребят появляется на площадке. Харят Кубанычев направо. Мухаммед Аскарбеков. Очень хороший у него, убийственный, можно сказать, левая у него имеется, которому он уже очень много мячей по ходу нашей суперлиги успел забить. Не получается выстроить атаку игрокам Алая. Здесь уже вступает в отбор футболист К2. Азамат Дулиткельдиев отыграл на Мухаммеда Аскарбекова. Снова Кубанычев с мячом уже. И между ног соперника. Очень здорово он увидел подключение своего напарника. Но мяч до него не добрался. И ваут мяч уходит от Мухаммеда. То есть от Харят. Нет, это не Харят Кубанычев. Это Азамат Дулиткельдиев. Ошибка. Блокируется этот удар. На своей половине с мячом находятся футболисты К2 Спортклуб. Спортклуба К2. Через голкипера уже. Неточный пас со стороны вратаря. И убежать быструю атаку уже у алайцев не получилось. По центру. Дулиткельдиев на Кубанычева. Удар сильнейший. Кайрат Кубанычев забивает первый гол в этом матче. В своем излюбленном стиле сместился он в центр. Никто не стал сопротивляться его действию. Посмотрим еще раз на повторе. Спокойно взял мяч. Сместился в центр. Никто его не накрывал. И в ближний угол. Там и голкипер не очень здорово сыграл. Конечно, удар был сильный, но можно было бы среагировать. И таким образом Кайрат Кубанычев забивает гол. Счет у нас остается 0-1 в пользу команды Алай. Ну и, как уже отмечалось, у нас сегодня второй полуфинал Дастан против Стиликса. И вообще, неважно, кто выйдет в финал. Финал у нас обещает быть очень жарким. Завтра нас ожидает матч за третье место. И финальный матч, напомним, друзья, победитель Кубка города Бишкек будет представлять уже этот регион, нашу столицу, в розыгрыше Кубка Кыргызстана. То есть своеобразный отборочный турнир у нас проводится в столице, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром». С мячом. Под седьмым номером Торрес Хосе Веллингтон, еще один легионер. Вот седьмой номер Алая, видим, при помощи троих местных футболистов. Именно в этой четверке выступает игрок под седьмым номером. Тем временем Дулиткельдиев прорвался, пытался прострелить. Хотя нет, отсюда. Да, это вот легионер. Издалека смотришь на седьмого номера и как будто он местный парень. Да, на самом деле, если приглядеться, видно, что он легионер. Иностранец. Отворот будет вводить мяч в игру Ян Патраков. Дулиткельдиев. Два уроженца из Икульской области. Хорошо дополняют друг друга. Дулиткельдиев и Харят Кубанычев. Мухаммед Аскербеков. Неплохо. Сохранил мяч. Отдал на совсем одного. Дулиткельдиева. Не стал прорываться, идти вперед. Дулиткельдиев, Кубанычев. Игра в стенку. Удар. И с наружной стороны снова мяч попадает. Хотя комбинация была, конечно, очень хорошая. Капитан здесь спортклуба К2 с мячом был. Хороший прорыв. Есть удар. Все удары игроков К2 блокируются здесь. Нарушение, конечно, было даже отсюда видно. Руками прихватывал оппонента Адилет Муратов под 14 номером. Фол. И сейчас будет довольно интересный стандарт разводить команда Алай. Можно, конечно, здесь забить. И прямым ударом можно и какую-то хорошую комбинацию. Видим, следующая четверка на поле, на площадке появляется. Легионеры.
во главе с Мирланбеком Абдукадыровым, капитаном Алая. Также на площадке остался и Мухаммед Аскарбеков. Посмотрим. Не стал он бить. Отдал передачу хитрую, но моментов для удара нету пока что. Аскарбеков нарушил, да, здесь правило. Подсечку он поставил под ногу оппоненту. И таким образом мяч уже переходит к игрокам К2, спортклуба К2. Шарбеков. Не поняли здесь друг друга два игрока спортклуба. И посмотрите, где играет Ян Патраков. Вышел он из ворот. Но это все делается ради, конечно, того, чтобы в случае, если Алай будет отставать по счету, какие-либо комбинации можно выстраивать вместе с пятым полевым. А пятым полевым в данный момент выступал Ян Патраков. Отправили его назад в ворота. Надобности, наверное, в этом нету. И здесь хорошая комбинация могла получиться у двух легионеров. Второй с Хосе Веллингтон и Рибейро Коста Самуэль. Абдул-Хусейн Пахани также в заявке у этой команды имеется. Абдул-Кадыров. Хороший момент. И пяткой пробивает здесь. Долгая атака Алая. Подключался по правому флангу Мирланбек Абдукадыров. Удар от ворот. Игроки спортклуба К2. Хороший удар. Заблокирован был этот удар. И красивым финтом пытался пройти здесь соперников Алухбек Айбеков. Но был остановлен со стороны соперников нарушение правил. Еще одно нарушение. Ну и также тайм-аут берет, видим, Иван Прокопец. Заканчивается тайм-аут. Посмотрим, какие выводы сделали команды. Матч у нас стартовал очень здорово. Но вот последние несколько минут мы видим, что атаки у К2 не получается выходить к воротам Яна Патракова. До этого Патраков, в начале особенно этого тайма, видели, что несколько раз спасал свою команду. А сейчас вот надобности спасений пока нету, потому что вылазок, атакующих вылазок у игроков К2 пока не наблюдается. Хосе Марко стоит в стенке. Рядом с ним Пахани. Вот здесь заявки у нас 14, по 14 номерам. Хосе Маркос заявлен. Но на площадке по 14 номерам бегает другой игрок. А 19 номер у нас должен быть вообще Шухрат Абитов. Но его на площадке мы пока не видели. Но интересно, конечно, посмотреть на легионеров.
с номерами. Потом по ходу Суперлиги мы еще разберемся, кто под каким номером бегает. Но пока счет 1-0. И счет у нас открыл Айрат Кубанычев. Пока забитыми мячами легионеры в этом матче не отметились. К2 в атаке. Удар! И снова не попадает по воротам футболист К2 с наружной стороны. Да, может показаться отсюда, с этого ракурса, что мяч залетел в ворота. Но на самом деле мяч пролетел. Или же внутри. Нет, снаружи мяч пролетел, конечно же. Счет у нас пока неизменный. 0-1. Мирланбек Абдукадыров направо. Неточный снова пас мы видим со стороны игрока Алая. Ильяс Чокпаев под 15 номером у нас должен был выступать. Но под 15 номером бегает легионер. Кадыров, Пахани. Ну, Пахани мы знаем, что он из себя представляет. Великолепный, конечно, футболист. Своим присутствием он, можно сказать, добавляет уровня, наверное, нашему чемпионату. Если у легионеров уровень выше, нежели у местных игроков, пускай приезжают. Совсем недавно я брал интервью у главного тренера Дастана, у Канимета Аралбаева. И вот как раз-таки были у меня вопросы насчет того, стоит ли привлекать нашу национальную сборную легионеров. И как тренер он отметил, что если у легионеров уровень, прям вот уж видно, что уровнем он выше наших футболистов, то почему бы и нет? Потому что это все позволит развиваться и местным футболистам. Мы такие действия видели неоднократно в мировой практике. И знаете, сборная Казахстана, да, у них очень хорошие результаты на международной арене, европейской арене имеются. И как раз таки за счет легионеров сборная Казахстана, конечно, по уровню сейчас является одной из самых сильных на европейском континенте. И вообще постоянным участником чемпионатов мира является сборная Казахстана. И если наша сборная, конечно, будет участвовать на международных турнирах. Тем временем Шарбеков, здорово! Пробил с носка. Не как игрок большой футбол, а как настоящий игрок футзала он пробил, да, с носка. Но удар оказался неточным. Кубанычев. Направо. Дулет Кельдеев. Назад отыгрывает на Аскарбекова. Кубанычев. Сильнейший удар. Большого труда у голкипера спортклуба К2 не возникло с этим ударом. Было нарушение, да, задел немного здесь оппонента Марат Кубанычев. И быстро начинает Улукбек Саламатов атаку своей команды. Отдавал направо. Пытался перекинуть, кажется, голкипера в этом эпизоде Эдиль Арзматов. Но мяч улетает за боковую линию. Кельдеев показывает, что нужно играть выше. Кубанычев. Скорбеков. А здесь было, да, грубовато против Кубанычева сыграл в данном эпизоде игрок спортклуба К2. Правильно нужно вводить мяч в игру, конечно. Кубанычев назад. Аскарбеков. Неточная передача. Шарбеков снова вступает в отбор. Но быстренько футболист Алая мяч возвращает. Направо снова. Дулет Кельдиев. На ближнем плане совсем один стоит Аскарбеков, но ему передача не прошла. Дулет Кельдиев без нарушения правил забирает мяч. И, конечно, задумка была хорошая, но исполнение-то. Выход 1-1. Удар и гол. Все-таки залетает мяч в ворота спортклуба К2. И забивает никто иной, как Кадырбек Шарбеков под 18 номером. Нарвались, да, на контратаку. Контрвыпад соперника футболиста Алая. Была потеря. Седьмой номер Алая мяч
потерял Хосе Веллингтон. И вот таким вот образом мяч залетает в ворота Яна Патракова. 1-1, друзья, ближе к концу первого периода. Ну и матч сам по себе, конечно, не такой, чтобы одна из команд с большим счетом выигрывала другую. Сам по себе матч у нас, по крайней мере, на данный момент ничейный, да? Ни одна из команд большого преимущества не имеет. Кубанычев. Пытался убежать, не получилось. Ну а вот будет в пользу команды Алай. Дулет Кельдеев у мяча. Удар последовал со стороны Скорбекова. Рикошетом от игрока спортклуба, когда мяч улетает на ваут, на противоположный фланг. И снова будут вводить мяч из-за боковой линии игроки Алая. Назад. Дулет Кельдеев бьет. Мяч попадает в защитника. Скорбеков. Кубанычев сильно пробил, мяч пролетает выше ворот. Но удар сам по себе очень сильный получился. Приложился очень сильно по мячу Кубанычев. Но на перекладину мяч пролетел. И таким образом теперь уже футболисты К2 должны строить атаку. Не такую, конечно. Более осознанную, наверное, с точными передачами. Здесь уже голкипер выбивает мяч за ворота. С мячом игроки Алая. Хорошая передача на столба. И последует ли удар? Нет. Здорово оттеснил корпусом соперника Самуэль Коста. Бакадыров отыгрывает назад. Удар. Снова мяч пролетает выше ворот. Но после того, как мяч, гол пропустили футболисты Алай, они начали показывать более живой, наверное, футбол. Шарбеков заработал аут. Ну, за всех впереди, за себя и за того парня отрабатывает впереди Кадырбек Шарбеков. Хороший нападающий, на самом деле, и как в большом, так и видим, как мы видим, что и в мини-футболе, в футзале Шарбеков очень-очень неплох. С мячом игроки спортклуба К2. Адилет Муратов у мяча. Назад он отыгрывает. Без ошибок нужно действовать, конечно. Высокая передача еще одна в сторону Шарбекова. Ну, она тоже не точная. Много передач со стороны голкипера верховых мы сегодня увидели, но многие они не достигли адресата. Пахани. В центр. Хорошо. Выход 1-1 и гол. С передачи Абдулхусейна Пахани гол забивает Мирламбек Абдукадыров под третьим номером. И алайцы снова вырываются вперед. Счет у нас становится 2-1. Посмотрим на эту комбинацию. Посмотрите, в центре передача. Далее Пахани сам открылся. В сторону Пахани мяч очень здорово скинул Самуэль Коста, если я не ошибаюсь. И далее уже Пахани отдал под дальнюю штангу. Там у нас совсем один находился Мирламбек Абдукадыров. Стандартная, классическая, красивая футзальная комбинация нас порадовала. Ну и вот за такие комбинации мы все, наверное, любим этот вид спорта. Очень хороший мяч. Образцовый, можно сказать, гол забивает футболист Алая. И таким образом мы близки к тому, чтобы что первый тайм завершится у нас с минимальным преимуществом команды Алай. Ну и все. Нет, не все. Тайм-аут.
показали нам инструкции главного тренера Алая. Именно он взял этот тайм-аут. Ну и объяснил футбольным языком. Конечно, легионеры не могут нас понимать, кыргызский или даже русский язык, но футбольный язык они прекрасно понимают. Здесь нарушение правил тем временем. Грубовато, конечно, здесь Плухосейн Паха не сыграл против оппонента. Желтую карточку получил. Турсунулю Улу Эльдосу мяча в составе спортклуба. Бьет по воротам, мимо ворот мяч пролетает. Угловой. Все-таки коснулся, кажется, мяч игрокам. Еще один удар. Здесь уже пробивал капитан Айбеков Улукбек. Не очень удобная, конечно, передача была со стороны Патракова. С мячом футболиста спортклуба К2. На своей половине. Здорово. Ну, здесь, конечно, уже чересчур. Один в один проходить на такой маленькой по размеру площадке — это очень трудное дело. И Абдукадыров мяч выбивает просто-напросто в аут. Аут в пользу команды спортклуба К2. Улукбек Айбеков у мяча. Капитан спортклуба. Верховая передача на дальний фланг. Не точно. Здесь в атаке уже нарушение правил было. Конечно, не хотелось бы, чтобы кто-то из усиления Алая получал повреждение и выбывал на определенный срок. Потому что совсем скоро у нас стартует буферный этап чемпионата Кыргызстана, Суперлиги Кыргызстана. А там мы, конечно, хотели бы видеть наисильнейшие составы, оптимальные составы команд. Патраков. Высокая передача здесь на пути мяча. Выскакивает Турсунулу Эльдос. Выбивает мяч в аут. Бухадыров. Назад. Удар. И гол. Третий мяч залетает. Ну, вот посмотрите. Своеобразное, конечно, празднование здесь. 19 номера. Это Самюэль Коста, если я не ошибаюсь. Здесь, конечно, в регламенте. То есть в заявке небольшие, конечно, неточности. Но в будущем уже по ходу Суперлиги мы со всеми этими точностями разберемся здесь. А, со второго этажа забивает. Какой красивый мяч забивает все-таки игрок Алая. Счет у нас, друзья, 3-1. 3-1, и теперь задача у спортклуба К2, конечно, намного усложнилась. Близки мы также к завершению первого тайма. Получится ли игрокам спортклуба К2 до конца тайма забить или нет? Посмотрим. Хотя с такой игрой, с каждой минутой, кажется, вот кто наблюдает за матчем, видит, что Алай набирает оборот. Ну и все, завершается у нас первый тайм. Счет у нас 3-1 в пользу команды Алай. Ну и во втором тайме мы с вами снова услышимся.
Итак, друзья, возвращаемся мы на площадку физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром», где в рамках полуфинала Кубка города Бишкек проходит матч между командами спортклуба К2 и командой мини-футбольным клубом «Алай». Счет у нас 3-1 после первого тайма. Успели, конечно, зарекомендовать себя игроки, которые приехали из-за рубежа. Как раз таки к старту буферного этапа Суперлиги Кыргызстана. Ну и посмотрим, что нам покажет команда во втором тайме. Здесь Мухаммед Аскарбеков в излюбленном своем стиле забивает четвертый гол своей команды прямо в самом старте второго тайма, с чем мы его и поздравляем. Вернулся он, конечно, после травмы. И здорово, что не растерял он свою форму, которая у него была ранее. Еще раз посмотрим на второй. Вот взял мяч со средней дистанции, с носка под перекладину. В девятку ворот. И шансов, конечно, у голкипера спортклуба К2 не было. Счет у нас 4-1. Ну и, конечно, никаких сюрпризов мы в этом матче не видим. Алай, откровенно говоря, к этому матчу подходил в качестве фаворита. Ну и, конечно, они показывают себя как настоящий фаворит в этом матче. И в случае, если возникают вопросы с легионерами, с номерами, здесь, конечно, заявки небольшие проблемы насчет игровых номеров. В заявке здесь у нас стоит другой номер, а на поле некоторые легионеры выходят в совсем другой экипировке. И, конечно, хотелось бы, чтобы были точности насчет заявок, насчет заявок команд. И попросить, конечно, многих хотелось бы, чтобы не возникало путаницы с номерами, быть немного точнее. Потому что мы своих-то игроков местных прекрасно знаем, а вот с иностранными игроками у нас иногда могут возникать небольшие проблемы. Ян Патраков, видим, выходит из ворот, но понимает, что отыграть такой счет команде К2, спортклуба К2, будет трудовато, и позволяет он в неком роде себе вот такие вот поблажки, выходя из ворот очень высоко. Поиграть он, конечно, хочет со своими одноклубниками, побегать, но, видимо, он быстренько возвращается назад. Иногда выходит, но в комбинациях своей команды он пока не участвует. Аскарбеков. Аут. Отыгрывает назад игрок спортклуба К2 через центр. Ну, читалась эта передача, конечно. Здесь удар. Грудью мяч отбивает на угловой. Видим Эдильбек Ахматалиев по 31 номерам. Напомним, он в воротах. Аскарбеков. Патраков играет на Азамата Дулеткельдиева. Аскарбеков, не удалось ему пройти, но не стал он, конечно, придумывать что-то экстраординарное. Заработал аут и сохранил владение для своей команды. Куманычев. Вот эта вот двойка Кубанычев и Аскарбеков, конечно, наводят шороху. Навели шорох. Дулеткельдиев вступает в высокий отбор. И мяч уже теперь покидает пределы поля от игрока команды «Алай». К2 владеет мячом. Ахматалиев. Высокая передача. Кубанычев скидывает мяч на Патракова. Ну, не дотягивался он до мяча, конечно. Аскарбеков. Хорошая комбинация может получиться. Кубанычев. И был перед воротами, говорят, Кубанычев. Ну, неудобно было, конечно, пробивать. Здесь уже прорыв от игрока К2. И ошибается Кадырбек Шарбеков. Ответную передачу, стеночку с ним отыгрывал его напарник. А здесь удар неточный. Дулеткельдиев пробивал по воротам. Шарбеков с мяча бьет по воротам. Совсем не точно, конечно, удар у него получился.
Появляется уже следующая четверка. Здесь удар по воротам будет. Будет еще один удар. Да, с левой ноги здесь пробивал игрок Алая. Но Эдильбек Ахматалиев был готов к таким действиям. Ну и удар сам по себе, конечно, не самый сильный получился. Обороняются алайцы. Шарбеков. Мяч не сумел сохранить. Патраков. Абдукадыров. Верхом он искал впереди нападающих своей команды. Не смог он это сделать. Абдукадыров. Неплохо. И нужно забивать и гол. Пятый мяч залетает в ворота спортклуба К2. С чем мы их и поздравляем. Ну и, конечно, нужно похвалить ребят из Алая. Очень хорошие у них сегодня, интересные, красивые комбинации получаются. Вот и 19 номер. Посмотрите, как он образцово мяч под давлением корпусом сумел оттеснить оппонента. Мяч сохранил, принял с первого раза и под удар напарнику скинул. Еще одна атака. Почувствовали, кажется, запах крови футболиста Алая. Забив пятый гол, они понеслись сразу же забивать шестой. А тем временем удар по воротам Яна Патракова. Хуманышбек Касымалиев пробивал по воротам с левой ноги. Но для Патракова, конечно, такие удары — это легкая добыча. Вратарь вступает в игру. Эдильбек Ахматалиев. Неточно он отдает передачу. И теперь Ян Патраков. Неточная передача. Не поняли здесь друг друга Патраков и 15 номер команды Алай. Перехват следует. Абдукадыров не стал бить, отдал передачу красивую. А здесь уже пробивал 19 номер с левой ноги. И будет угловой. Но нарушения, конечно, не было. Сам здесь 19 номер, пытаясь пробить поворотом, неудобно, кажется, приложился по мячу и получил небольшое повреждение. Все в порядке с ним, продолжает он играть. Здесь удар уже еще один от 14 номера. Спортклуб А2. Должны они, конечно, постараться отквитать один мяч. И так и есть. Залетает мяч все-таки в ворота Яна Патракова. Счет у нас остается 5-2. И забивает гол Камбар Мананов под 23-м номером. Еще раз посмотрим. Ну, хорошая, конечно, комбинация получилась. И неплохо увидел забегание своего однокубника Хуаншбек Касымалиев под 11-м номером. И таким образом у нас счет остается 5-2. Три мяча уже во втором периоде мы с вами во втором тайме увидели. 3-1 было. Сейчас у нас уже счет стал 5-2. 7 мячей увидели. Впереди, напомним, впереди нас ожидает еще один полуфинал, не менее интересный. И также завтра нас ожидают финальные матчи. Кто же станет обладателем Кубка города Бишкека этого сезона? И обладателем счастливой путевки в розыгрыш Кубка Кыргызстана. Алай в атаке. Неплохо. Ну вот, как я уже говорил, с каждой минутой, с каждой комбинацией игроки Алая все лучше, кажется, друг друга чувствуют. И этот матч можно, наверное, отнести к такому тренировочному, может быть, подготовительному к розыгрышу Суперлиги. Потому что все самые важные события у нас, конечно, происходят в розыгрыше Суперлиги. Не буду я говорить о том, что какой трофей он более важный или менее важный. Все трофеи, они, конечно, приносят радость игрокам. Но Суперлига — это, конечно, Суперлига. Аскарбеков с мячом. Чингиз Мустафаев сам обслуживает этот матч. Лучший арбитр прошедшего сезона, прошедшего года. Нарушение правил. Нет, не нарушение, а вот, кажется, был. Да, мяч все-таки покинул пределы площадки. С мячом футболисты спортклуба К2.
Вратарь снова выходит высоко очень. Едильбек Ахматалиев. Ахматалиев. Хорошая комбинация. Прострел был очень такой зрячий в сторону 12 номера. Но 12 номер команды Турсунулы Эльдос, команда спортклуба К2, не успевает, конечно, к этому прострелу. Но комбинация была красивая. Аскарбеков. Кубанычев. Хороший пас. Ответная передача не получается. Голкипер выходит из ворот. 3 в 1 в атака. И отдать надо передачу. Нет, сам пробил. Здесь 31 номер команды спортклуба К2. Все было сделано прекрасно. И вот удар. Если бы он попал в ворота, конечно, это был бы красивейший мяч. Красивейший гол сегодняшнего дня. Пробивает с дальней дистанции, видим, Алят Кубанычев. Мяч пролетает рядом с воротами. Близки были к тому, чтобы еще раз сократить счет футболисты спортклуба К2. И болельщики, слышны болельщики, поддерживают, конечно, ребят из спортклуба К2. Ну и также немалое количество поклонников у нас в стране имеется у мини-футбольного клуба «Алай», как вы знаете. Далют Кельдиев, Кубанычев, Патраков. Снова Патраков с мячом. Вот, умение Яна Патракова. Но на своей половине дважды принимать мяч нельзя. Нарушение правил фиксируется. Мустафаев. Просит подойти Яна Патракова. Напоминает ему, что нельзя именно таким образом играть. Ну и матч у нас продолжается. 5-2, напомню, друзья. Ахматалиев. Ваут мяч уходит. Но Лёд Кельдиев не стал рисковать. Грудью скидывает мяч в аут. И атака спортклуба К2 продолжается. Ищут продолжение ходов атаки футболисты спортклуба К2. Ну и от игрока К2 мяч уходит в аут. Патраков. Ну, здесь небольшое поле. Здесь мяч можно быстренько вернуть в игру. Маталиев просит повыше. Подняться своих игроков. Очень высоко встречает футболист Алая соперника. Вот посмотрите снова, как играет Ахматалиев. Не менее здорово, чем Ян Патраков ногами играет, как мы видим, Едильбек Ахматалиев. Полезно играет для своей команды голкипер спортклуба К2. Ну и зарабатывает вот такой вот стандарт для своей команды. Ахматалиев. Удар. Мяч попадает в стенку. И аут. Однофамилец, да, еще одного популярного опытного голкипера у нас в стране. Бекплот Ахматалиева и Дельмин Ахматалиев. Кто знает, а может быть и родственники они. Хотя маловероятно. С мячом продолжают владеть игроки из спортклуба К2. Аскарбеков вступает в отбор. И ворота открыты. Ну, можно было бы и не пробивать с этой дистанции. Можно было бы и сыграть на ближнего, на открытого игрока. И распорядиться мячом
не так, конечно. Можно было бы построить атаку, но не будем мы судить, потому что Алай пока что уверенно выходит, идет впереди в этом матче. Ведут они по счету в 3 мяча. И спешить ребятам в оранжевой экипировке некуда. Баталеев верхом отдает передачу. Скидка и удар последовал от Кадырбека Шарбекова. Не попал он, как положено, по мячу, кажется, толком не попал. И удар не получился у него. Если бы мяч был более удобной, передача, я думаю, что Шарбеков этот момент обязательно бы реализовал. Кадыров. Кубанычев. Прорвался все-таки. Здорово. И голкипера прошел, но вот передача оказалась неточной. Здесь попадание в руку. Мяч попадает. Маталеев. Назад. Хороший прорыв. Ну, для Патракова, как я уже отмечал, такие удары они не предоставляют большой опасности. Не представляют большой опасности. Абдукадыров. Центр. Передача. Ошибается здесь игрок Алая. Прострел. Ну, самый последний момент. Выставляет ногу игрок Алая. И удар. Ударом эта атака спорткуба К2 не завершился. Акматалей с мячом. Хороший удар у него также имеется. Видим, пробил он очень сильно. Мяч попадает в игрока Алая и улетает в аут. Назад отыгрывает Акматалеев на Улукбека Саламатова. Саламатов направо. Еще один удар. Патраков выбивает мяч на угловой. И что получится? Посмотрим. Борьба за мяч. Прессингует очень здорово высоко своих оппонентов игроки спортклуба К2. Шарбеков. Неточная передача. И мяч уже переходит к игрока Малая. Здесь очень грубо, конечно, сыграл 15-й номер команды спортклуба К2 Азим Каракеев. Ну и, соответственно, он получает предупреждение, желтую карточку. Арбитр показывает, что это уже какой фол. Четвертый, если я не ошибаюсь. Хорошая передача пяткой на набегающего Абдукадыров. Поосторожнее, конечно, нужно действовать игрокам спортклуба К2. Переломают они наших легионеров такими темпами. Ну вот снова. Видим нарушение. Отложенный фол не фиксируется, но арбитрам виднее. Выходит снова из ворот Эдильбек Ахматалиев в качестве пятого игрока. Но пока это никакой пользы не приносит. Был момент у самого Эдильбека, но он не сумел попасть точно в ворота. Вот он с мячом. Хорошая передача. Удар последовал. Аут. Аут. Шарбеков. Снова со своей половины начинает атаку своей команды футболисты спортклуба К2. Очень ниже всех, видим, играет игрок под 12 номером. В составе спортклуба К2 Турсунулы Эльдос. Направо передача, прострел. Там никого нету. Шарбеков с
Почему сам не пробил с первого раза? Можно было бы, да, пробить. Там и меньше народу было, меньше защитников Алая. Но решил он отдать передачу на свободного игрока. Кажется, сам футболист К2, спортклуба К2, не ожидал. Здесь еще один прострел довольно опасный. Не успевает подставить ногу Улукбек Саламатов. И на этом атака спортклуба К2 завершается. Мячом снова владеет футболист Алая. Абдукадыров. Хорошая передача. Ну и не менее прекрасный прием мяча со стороны легионера мы наблюдаем. Посмотреть на легионеров будут ходить большое количество болельщиков. Также в прямом эфире будет огромное количество болельщиков в старте буферного этапа. И мы все надеемся, что мы увидим в рамках розыгрыша Суперлиги классные матчи. В прошлом сезоне, да, нас порадовали легионеры многие своей хорошей, замечательной игрой. В этом сезоне мы также ожидаем именно такие действия. Была информация сегодня, что 19 игроков из Бразилии приехали в Кыргызстан. Также есть игроки из России, из Белоруссии. Но вот именно количество 19 человек приехали сюда, бразильцы. Конечно, Бразилия, если даже это не родина футбола, но Бразилия это настоящая футбольная держава, как вы знаете. Кудесники мяча. Мячом продолжают владеть футболисты спортклуба К2. Не получается у них. Мы видели, да, несколько минут 10 назад забитый гол. А пока что после этого мы не видели мячей. Что там? Нарушение правил. 19 номер Алая. Почему я не называю имен? Потому что боюсь ошибиться. Не буду я их называть по номерам пока что. Но в будущем, как уже отмечалось, мы с ними подробнее и поближе еще познакомимся. Тем временем стандартное положение. Мирланбек Абдукадыров у мяча. Аскарбеков пробивал. Но здесь 19 номер команды Алай снова не сумел мяч обработать, остановить мяч. Хотя момент был хороший для того, чтобы забить. Спортклуб атакует. И хороший эпизод. Но здесь видим, что и запасной голкипер Алая появился на площадке. Патраков ушел на замену. Бекзат Алайбекулу под первым номером. Серия ошибок со стороны игроков Алая. Мы видим, в простых ситуациях они теряют мяч. То в аут, то за лицевую линию мяч уходит в простых ситуациях. Ну, я как уже отмечал, спешите, алайцам некуда. Хорошая комбинация. Снова видим Эмиля Эдильбек Акматалиев. Здорово увидел впереди Кадырбека Шарбекова, у которого не получилось попасть в ворота. Маталиев сам выходит вперед. Попытка прострела. Не точно. Ну и есть возможность у футболистов Алая убежать в контратаку. Рикошет небольшой помешал. Вовремя выставил ногу Улукбек Саламатов. Если бы не он, момент был бы очень опасным. Потому что два игрока на одного защитника выходили со стороны Алая сразу к воротам соперника. Аут. Аскарбеков пробил очень сильно. Конечно, Аскарбеков вселился в ворота. Еще раз пробьет Аскарбеков. Нет, не стал уже на этот раз бить. Очень хитрый такой план он придумал. Замахнулся на удар, но отдал передачу. Сам хотел открыться и замкнуть, но не получилось исполнить эту задумку.
мячом. Голкипер спортклуба К2. Далеко вперед мяч выбрасывает. Безадресная передача получилась. Но мяч снова возвращается к игрокам спортклуба. Прострел. И коленами здесь пытался пробить по воротам Лукбек Саламатов. Ну, было, конечно, неудобно. Это не очень удобно на самом деле. Но в футзале вы знаете, да, любой частью тела можно, нужно быть готовым забить любой частью тела, потому что прострелы, передачи, они здесь очень интенсивные, очень быстрый футбол команду показывают. Поэтому нужно быть готовым, особенно у чужих ворот, нужно быть готовым ко всему. Это касается и голкиперов в плане обороны своих ворот. Прострел. Ну, полупередача, полуудар со стороны игрока спортклуба К2 мы наблюдаем, получилось. И мяч снова возвращается к игрокам Алая. Обанычев, Асхарбеков появились на площадке. Также видим и восьмой номер Алая на площадке. Нурмбет Акматов. Нет, это пятый номер. Под пятым номером Азамат Аскеров играет в составе команды Алай. Издалека, да, может показаться. Оба очень габаритных, я имею в виду Асхарбекова и Аскерова. И чем-то они друг на друга похожи. Издалека может показаться, что именно Мухаммед Аскарбеков играет под пятым номером. Но нет. Под своим любимым 27 номером играет Мухаммед Аскарбеков. Вот он с мячом. Против двоих сразу игроков. Конечно, трудно было это что-либо исполнить в таком эпизоде. Но заработал аут. Вот потери у команд должны быть с аутами, с нарушениями, либо же с выходом мяча за пределы площадки. Если же ты потеряешь мяч перед соперником, это чревато опасным контрвыпадом. Одной из основных задач и правил, наверное, футзала. Когда идешь в атаку, нужно желательно терять мяч с потерей. Ау. Дабы дать время вернуться игрокам своей команды назад. Асхарбеков. Кубанычев. Смещение в центр. Прострел на Кубанычева. Падает. То есть Кубанычев падает, Аскербеков отдает ему передачу. Аскербеков. И потерял мяч в этом эпизоде. Айрат Кубанычев. Аут будет в пользу команды спортклуба К2. Звено меняется на поле, на площадке у команды К2. Ошибается Ахматалиев из дальней дистанции. Перекинуть всех оппонентов пытался игрок Халая. Не получилось попасть по воротам. Ахматалиев. Еще один черпак. Черпачок, как любят, да, называть футбольным слоганем. Футбольных выражениях. Фразах, да? Есть такие фразы. Каждый пас можно называть, ну, не каждый, но некоторые интересные моменты в футболе имеют своеобразное прозвище, да, среди болельщиков. Что там, угловой? Да, угловой. Показывал здесь вратарь спортклуба К2, что мяч попал в руку Алайбекулу Бекзату. Еще один удар. Ну, с такой дистанции трудно забить, конечно. Аскарбеков через центр. Кубанычев, Аскарбеков снова. Неудобно, конечно, было. Быстро хотел убежать в атаку Аскарбеков. Но именно из-за его спешки, кажется, мяч не сумели сохранить футболисты Алая. Кубанычев. Назад отыгрывает 15-й номер. Алабекулу вперед. И угловой. Доигрывают ребята из Алая этот матч. Нельзя терять, наверное, игроков, получать травмы, либо же сильно отдаваться. Потому что впереди, как я уже отмечал, нас ожидают матчи буферного этапа. Очень важные матчи для команд. Подходим мы к кульминации розыгрыша чемпионата Кыргызстана, Суперлиги Кыргызстана. Маталиев и Дельбек с мячом. Здорово прессингуют оппонентов игроки Алая. Здесь что?
попадание в руку, либо же толчок соперника. Стандартное положение будет в пользу команды спортклуба К2. Тем временем гонг прозвучал. Шестой фол фиксируется. Да, 10-метровый удар будет. Фол все-таки зафиксировал арбитр. И сейчас будет удар. 10-метровый удар. Алайбек Улубекзат будет противостоять Турсунулу Эльдосу. Тоже окажется точнее. Посмотрим. Голкипер имеет право выходить до линии. А может и остаться на линии ворот. Хотя это не очень здорово будет. Здесь добивание. Отбивает все-таки Алабек Улубекзат этот удар. Удар не самый, конечно, хороший получился. Не в угол прямо, а по центру, да? Мяч, кажется, между ног Бекзату проходил, но... Бекзат очень здорово среагировал на этот удар. Каждый последующий вол со стороны игроков Алая будет наказываться. Абдукадыров бил под дальнюю штангу. Ну и все, на этом завершается у нас матч. Со счетом 5-2 держит победу мини-футбольный клуб Алай. С чем мы их и поздравляем. Завтра в финальном матче они встретятся с победителем пары Стиликс и Достана. Через некоторое время у нас стартует матч Стиликса и Достана, второй полуфинал. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами.